Добрый вечер, с вами «Город финансы». В Минфине разрабатывают новый способ идентификации россиян. В России подняли социальные пенсии на 4%. В преддверии выходных рубль дорожает к доллару и евро. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики «Финансовая группа Сберегательный союз». Электронную подпись могут зашить в микрочипы банковских карт и телефонных сим-карт для удаленной идентификации банковских клиентов. Проект соответствующих поправок в законы об электронной подписи и о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, разрабатывается Минфином вместе с банковским сообществом, пишет газета «Известия». В случае принятия поправок клиентам при оплате покупок карты или с мобильного телефона, к которому привязана кредитка, не будут нужны никакие бумажные документы для подтверждения личности, в том числе и паспорт. С сегодняшнего дня на 4% увеличиваются социальные пенсии. Деньги получат более 3 миллионов россиян, из них 105 тысяч кубанских пенсионеров. Средний размер социальной пенсии в Краснодарском крае, по данным регионального отделения ПФР, после повышения составит 8340 рублей. В прошлом году с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 10%. В этом году предусмотрена еще одна индексация, но ее размер будет зависеть от ситуации в экономике. Напомним, что с 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы также на 4%, а средний размер страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты составил 11 760 рублей. В преддверии выходных рубль дорожает к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком со 2 апреля, составляет 67 рублей 14 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 71 копейку. Стоимость европейской валюты также снижается на 49 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком, на завтра составляет 76 рублей 42 копейки. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, самый надежный способ удвоить свои деньги – это сложить их пополам и сунуть в бумажник.